На бревне сейчас вторая участница Екатерина Крамаренко из Санкт-Петербурга. Вот когда я вижу на юных гимнастов, я смотрю на них, то у меня настроение поднимается, потому что, во-первых, их достаточно много здесь сегодня. И, естественно, любая юная гимнастка, она превосходит в трудности, как правило, более опытного гимнаста. То чем же ей пройти вперед? Только удивить сложностью или какой-то еще момент она выбирает с тренером. Но вот эта девочка как раз принадлежит к той категории, которая дерзает. Ну вот сейчас видите, вот падает, уже упадает. И дырочка даже маленькая не понимает, что все равно на полбалла намотался. И все-таки упал. Вот понимаете, ну характер. В этом просматривается характер. Вот ей сказано, надо держаться. Она понимает, что надо держаться. Но досадно, конечно. В одном сальто держалась, второго упала, и соединение не получилось. Да, это сразу же ну, большие вот минусы. Заволновалась. Да, конечно, она уже сейчас выбилась из колеи. Да. Ну, так, Екатерина Крамаренко.